Приветствую, друзья! С вами репетитор Дмитрий. В этом уроке мы продолжим анализировать хорошие, классные эссе на Duolingo, выполненные одной из моих учениц. Они были выполнены дома. Вопросы настоящие, но эссе делались за 5 минут. Я вижу, честно, делали за 5 минут, потому что этот человек умеет писать, как вы сейчас увидите. И если бы она писала не за 5 минут, а больше, за 7-8, то тут бы было бы 150 слов и сколько хочешь. Но она реально ограничивала себя 5 минутами. Вот прошлое, если вы смотрели прошлый урочек, там где мы эссе Елены разбирали вот эту. Вот, видите, тут, ну, такие ошибочки, как вам сказать, вот эта ошибочка была, вот это тоже, но они не, вот эта ошибочка, вот эта стилистическая, они не сильные такие, но мне кажется, вот здесь, вот сейчас мы с вами глянем, в этом эссе, немножко больше ошибочек, но они в основном из-за того возникают, что человек пытается писать реально такими красивыми, сложными конструкциями. А когда ты спешишь и пытаешься писать сложными конструкциями, то естественно, что где-то там, где-то что-то ты допустишь неточность. Но тем не менее, с этой точки зрения, вообще-то, я вам рекомендую писать просто. Мы часто обсуждаем это с вами в наших видео. Просто не значит примитивно. Все гениальное просто, как говорят большинство великих философов. Просто не значит, ну, как примитивно. Можно писать одновременно, просто одновременно обалденно. Это самый высший пилотаж, который освоить, ну, дано немногим. Ну, в принципе, оно вам и не, ну, как не надо. Не мне решать, чего вам надо, чего не надо. Ну, в данном случае для теста, чтобы сдать, ну, и так далее. То есть заморачиваться сколько-то лет, чтобы вот писать, ну, вряд ли кто-то будет. Поэтому ваша задача, ваше желание каково? Сдать этот Duolingo и забыть о нем, и учиться где-то там себе в Бангладеш. С этой точки зрения, если вы хотя бы вот так вот будете писать, это просто космос. Ну что, друзья, читаем. Этот знаменитый вопрос мелькает в Duolingo до сих пор. И будет мелькать. Как и на любом другом тесте, потому что он об образовании, об обществе. Ну, так сам Бог велел поумничать про общество и про образование. Do you think that schools should teach morality? Right and wrong, or just stick to core subjects. Provide reasons to support your opinion. Ты как меркуешь? Школы должны учить моральность, то есть мораль, что есть хорошо и что есть плохо, или просто придерживаться как бы основных предметов, то есть никакой моральности, а математика, физика и так далее. Пожалуйста, предоставь нам причинки, чтобы поддержать свое мнение. Так. Это чистой воды опинионский эссе. Здесь, ну, скорее всего, от нас ожидается что? От нас ожидаются аргументы, ну, то есть наш opinion, без него никак. Помните об этом. Не дай бог, вы не дадите свой opinion, а что-то тут непонятно, что напишите, а где же ваш opinion, то уже снизит балл сильно. И парочку причин. Можно две, можно три, ну, по ситуации, конечно. Итак, читаем, что тут ученица написала. As all of us know, all human beings have personalities which are designed and formed by social. Чувствуете, ну вот, закрали сюда пару, закрадываются ошибочки. Как ошибочки, я вам покажу. Тут 100% случайная ошибочка, смотрите, all human beings have. Она хотела написать all human beings, ну, явно человек просто забыл это. Но тем не менее, алгоритму-то, скорее всего, по барабану, поэтому давайте красненьким отметим, что здесь ошибочка. Знаю, видя уровень этого человека, уровень английского, ну, неразумно предположить, что человек не знает, что если being he has, а не he have, вы понимаете, да? Так, as all of us know. Смотрите, all of us, все нормально, все, я, это не ошибочка какая-то, но я бы написал as we all know. Почему? Ну, почему, понимаете? All of us, оно попахивает objective case, как бы вот они там пригласили на день рождения всех нас. They invited all of us. Типа, they invited all we, нет. Потому что us, оно стоит в objective case. Естественно, что в разговорной речи все нормально, all of us, ну вообще-то, вот вообще-то, если вы хотите, чтобы было оно поправильнее, лучше в данном случае, as we all know, а не all of us. All human beings have personalities, хорошо, which are designed and formed by social. Смотрите, если придираться,
личности, которые там формируются обществом, она хотела сказать. Which обычно подразумевает акцентирование какого-то предмета или из кучи предметов, или акцентирование свойства из набора свойств. Но личности, понимаете, у нас же, если мы берем человека, у него обычно одна личность, не раздвоение, не расстроение. Соответственно, здесь это не ошибка, повторюсь тоже, чтобы вы не думали, что ты, Дмитрий, пристаешь, тут все шикарно, тебе делать нечего. Я вообще критиковать не люблю, кстати, я люблю хвалить. Как говорил великий дедушка Дейл Карнеги, будь объективен в своей оценке, щедр на похвалу. Я это еще в 16 лет в своей жизни прочитал, и с тех пор, вот сильно, если ты будешь слащаво лить вот это, как его там, это лесть, туда, она, ну, чувствуется, человек считывает ее на подсознательном уровне и нам не верит. Но объективен в оценке, но акцент на хорошее. Вот, а критиковать, как говорил тот же дедушка Карнеги, у него знаменитая фраза есть, критиковать и язвить умеет каждый дурак, и дураки обычно так и делают. Я понимаю. Но мы же стремимся с вами к, ну, как к совершенству. Совершенство, это может сильно уже там, ну, к красоте. Соответственно, почему бы и не обращать внимание на такие аспектики, которые позволят нам с вами выделяться из толпы. Так, all human beings have personality, which, короче, вот это which, а можно убрать. Have personalities designed, зачем нам тут это which are? Мы акцентируем личности, которые ля-ля-ля. А что у них есть личности еще, которые не ля-ля-ля? Они что, Змей Горыныч, что ли, по три башки, по три личности? Поэтому вот это which are можно убрать. Я не знаю, нам сейчас его с вами убрать или пускай торчит. Ну, пускай торчит, но помните, что вот здесь вот можно просто... Personality is designed and formed by social. Так, переходим к social, как facial, да? Ладно, не буду я так шутить, а то вы будете на меня сердиться. Смотрите. Да, кстати, а то я опять забуду, как часто вы... Вы же помните, друзья, что урок интенсивный, насыщенный с талантливым и эффективным репетитором, ну, по подготовке к чему-либо, круче, наверное, в этом мире придумать сложно. Поэтому, если вам нужна срочная помощь, то обращайтесь. Бывает, мы повышаем балл с ребятами за неделю, две, три, ну, по ситуации, месяц, смотря сколько он. В абсолютном большинстве случаев мы повышаем балл. В абсолютном. То есть я не веду учет прям, ну, скажем так, из 20 ребят, кто ко мне обращаются, у 18 мы точно повышаем балл на тесте. Вы понимаете, бывает же человек, у него там 70, да, а ему надо там, а он хочет 120, я объясняю, что это, ну... Вот, и он-то повышает там чуть-чуть, но 120 он может не набрать. Ну, тут уже ж, понимаете. А так, то повышаем мы однозначно. За короткие сроки. Так что обращайтесь. Телефончики, ну, мои вот эти, WhatsApp и Viber есть. Также у меня есть шикарные 3 видеокурса для вашей самостоятельной подготовки. Ссылочки в описании есть, там есть отзывы, видеоотзывы. Все есть для вашего успеха. Ну, ладно, а теперь идем дальше. Итак, social, как вы прекрасно видите, здесь это прилагательное. Да, в английском языке иногда прилагательный может у нас выполнять функции существительного. И social-то и выполняет, но там другие значения. Там какой-то сходняк, social, такое неформальное более. А здесь она имела в виду общество. Формируется обществом, так что общество social не катит. Поэтому слово society, никуда от него мы тут не денемся. Society. Вот так вот, не надо social. Society, если вы хотите какой-то синоним к слову society, ну, community можете влепить. Ну, environment, surroundings, там, ну ладно, давайте, чтобы... Всегда можно поиграть какими-то словечками. By, это только не a. Кстати, да, еще один прикольчик. Но обычно общество-то у нас одно. И даже комьюнити, наше непосредственное общество для нас-то тоже одно. Поэтому здесь нам надо лучше D. Formed by the society. Или вообще без D, by society. Ну тут уже это вообще там дебри такие, что лучше туда не будем сейчас лезть, потому что это надолго и всерьез. Окей. Okay. We cannot stay apart from the place we spend the majority of our life, comma, for instance, school. Так. На первый взгляд выглядит шикарно, но все-таки, смотрите. We cannot stay apart from. Шикарно. Stay apart, как бы держаться в стороне от чего-то, да? Подумайте, от чего мы можем держаться в стороне? Тут дело не в английском, а вообще в логике. Мы можем держаться в стороне от какого-то процесса, действия или, ну, может, там, явления. Например, я буду держаться в стороне от выходок этих там политиков, да?
А здесь она пишет держаться в стороне от места. Понимаете, stay apart from the place. Я, все нормально, но я чувствую, что оно не идеально. Так что здесь stay apart или stay apart лучше бы поменять на что-то другое. Или place на процесс какой-то. We cannot stay apart from spending the majority of our life at some place, you see? То есть stay apart from spending. От процесса я удерживаюсь, а не от места. Если вы считаете, что я как бы не прав, как мое неправое ухо, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Я всегда с удовольствием конструктивно какие-то обсуждения, это шикарно. Не стесняйтесь, если у вас есть какое-то мнение, пишите, это же шикарно, мы что-то пообсуждаем, кто-то еще что-то напишет. В конструктивном обсуждении рождается шедевр иногда. We cannot stay apart from, так что лучше тут spending, понимаете, the majority of our life. Да, кстати, вот типичный этот самый. Наша жизнь, да, ну редко так, имеется в виду наши жизни. Мы, у нас же с вами не апогей коммунизма тут, когда людей заставляют думать, что у всех одна жизнь тут, понимаете, и одна машина, и одна дача, и так далее. Поэтому lives, все-таки, of our lives. We cannot stay apart from spending the majority of our life. Смотрите, вы скажете, Дмитрий, ну ты даешь, и приколупываешься, смотрите. Все-таки majority – это большинство, согласитесь. И majority употребляется обычно, когда мы для предметов, которые можно посчитать. The majority of people. Но тут-то имеется в виду большая часть жизни. А то, что получается, большая часть наших жизней, типа, ну как, мы про реинкарнацию, что ли, говорим, что я из своих 17 миллионов жизней хочу 16,5 провести там в Зимбабве. А еще 500 я хочу провести в Швейцарии, чтобы, потому что заколупает Зимбабве, да? Мы имеем в виду большая часть жизни, поэтому здесь не majority, а, скорее всего, или most. Допустим, we should not, we cannot stay apart from spending most of our lives, you see? Хотя тоже тут скользко, most of our lives. The greater part of our lives. Вот, тогда уже никаких проблем. Ну, давайте напишем. Я извиняюсь. A greater part. Хотя тоже можно и D, наверное. A greater part of our lives. Так, тут невозможно это все так подчеркать, чтобы было, знаете, идеально, и мы оставляли ошибочки, поэтому старайтесь, пожалуйста, держать нить, удерживать того, чего мы тут глаголим. Потому что we cannot stay apart from spending a greater part of our lives in the place или at the place such as, не, such as school, да. В общем, все, уже тут, понимаете, я начал исправить, уже, ну, очень сложно здесь, нужно переделывать предложение. Поэтому, ладно, я хочу, чтобы вы поняли, почувствовали принцип сам. For instance, school. Мы не можем держаться осторонь от места, в котором мы, например, школа. Ну, как можно держаться осторонь от школы, если ты туда ходишь, правильно? Ну, поэтому, ладно, идем дальше, чтобы я вас не заморочил до посинения. In this theory, I tend to believe schools are the lighthouse that can forward a person through pitfalls of turns of life. Ух, красивейшая задумка, шикарная. Ну, практически получилось, но все-таки немножечко это самое. In this theory, она хотела сказать в этом аспекте, не в этой теории. То есть, это не грамматическое, ничего тут такого. Ну, давайте напишем in this aspect, потому что в этой теории. Какой теории? Вот в этой, да? Так, ах, что это за теория? Это твоя, только твое предположение, тут ты же напиши, что поэтому... In this aspect, I tend to believe that, так как that, она выбрасывает, тогда нам эта запятая не надо. Вы понимаете, да? Или мы тут пишем that, ну, для красоты часто that выбрасывается, хорошо, но запятую не надо ставить. I tend to believe that, или просто schools are the lighthouse, школа это маяк. Опять вот это параллелизм. Стараемся придерживаться. Я вообще, кстати, такой разбор даю, что я не думаю, что многие из ваших репетиторов вот такой с вами шерстят. Школы и маяки. Понимаете, множественное дружит с множественным. То есть кошки с кошками, они все кошки какие-то с одним котом. Если тут множественное, старайтесь и здесь, если оно позволяет. Бывает такое, что, конечно, если она подразумевает, что вот все школы, это как один маяк. Ну, понимаете, ну она же так говорит, a person, то есть человек ходит в какую-то школу, но не могут для него все школы мира быть маяком, правильно? Ну, подумайте, да? То есть для него его школа маяк. Соответственно, если мы берем много школ, значит, они маяки, буряки.
I tend to believe that schools are the lighthouses that can forward. Вот это forward мне не очень нравится. Она хотела сказать, типа, ведут человека по превратностям судьбы. Судьбинушки, да? Ну, forward это более, ну, передавать, выдвигать. Ну, выдвигать человека. Давайте подумаем. Я бы не писал тут forward. Это не ошибка, не что-то стилистическая особенность. Лучше, допустим, самое простое, lead, вести человека. Правильно? Правильно. Guide, тоже его вести, как гид. Guide a person through pitfalls. Смотрите, pitfalls это такие вот эти ямки, в которые можно упасть. Тут повороты судьбы. В ямке поворотов судьбы. Может, она здесь хотела or turn, наверное, или, скорее всего. Ну, можно и так, ну, знаете, как вот казнить. Нельзя помиловать, да, одна запятая имеет значение, так и здесь. Вроде бы ничего такого. Through pitfalls or turns of life. Хорошо, кстати, life у нас где-то было уже, да? Чё бы нам тут, смотрите, какой-то destiny там не влепить. Ну, чисто по приколочку. Ну, thus, I'm assuming that, вот это она любит выбрасывать that и ставить запятую, не надо запятая. И вот, I'm assuming, кстати, что я им хочу сказать? I'm assuming все нормально, но вот подумайте, зачем нам подчеркивать здесь процесс? Зачем нам continuous'ом тут козырять? Что мы хотим этим сказать? Читатель может это воспринять, что да, вот я сейчас сижу и предполагаю, но у нас же эссе в общем по жизни, да, то что ты сейчас, а потом через 5 минут ты что, покуришь уже другой будешь предполагать? Поэтому здесь не надо continuous, просто I assume. Thus, I assume, this, кстати, да, еще такое, ну это я уже вам такой, понимаете, такие нюансы. Всякие знаменитые дядьки, которые анализировали, не, не анализировали, писали работы научные по красоте стиля, особенно в середине прошлого века, а ведь ничего особо не изменилось там за 50-70 лет, они бы в обморок попадали из-за чего? Из-за того, что в каждом почти предложении человек дает свое мнение. Вот, например, I tend to believe. I assume, это старо как мир. По идее, друзья, ну по идее. Подумайте об этом. Вы автор вот этого перла. Чего вы повторяете в каждом предложении, что вы думаете, вы считаете и так далее. И ежику понятно, что раз вы автор, то вы так считаете. Соответственно, если вы поубираете теоретически вот эти вот фигли-мигли, то ваши идеи будут бить по мозгам читателю сильнее. Потому что ему нужно меньше тратить будет умственной энергии на чтение, восприятие вот этих разбавительных растворов. Я надеюсь, что я так загнул, что вы меня поняли, да? Я ни в коем случае не отговариваю вас прямо, потому что Duolingo, в принципе, это такой, вот они приветствуют, так понимаю, разговорный стиль письма, ну скажем так. То есть все нормально, I assume там, но подумайте, вот если здраво. Когда самое такое радикально жесткое воздействие на психику человека идет, когда выдается язык письменный короткими, ну как короткими, средними по размеру, без всяких вот этих смягчающих, конкретно выдаются тезисы. Например, там, знаете, там, ну не дай бог, там как этим Greenpeace, там, планета погибает, точка. А теперь смотрите, я полагаю, друзья, что на основании моего предыдущего жизненного опыта, а также отталкиваясь от постулатов какого-то там 27-го съезда КПСС и через призму ля-ля-ля, планета погибает. Пока человек дочитает эту планету, скажет, иди ты, он закроет твою статью, ты пойдет спать. А если вы просто, планета гибнет, три восклицательных знака, ух ты, ё-моё, человек, ну раз, ну, у него сработали в мозге эти центры возбуждения, и он, подумайте об этом. Поэтому, если вы не боитесь экспериментировать и не боитесь, ну и хотите высоченный балл, я бы вот это assume не писал. Можно в конце, понимаете, вот здесь не писать, вот здесь, а в конце в одном только выводе, что it is my true conviction, но это реально мое убеждение. Я подчеркиваю, что это мое убеждение, которое сформировалось там, вот, а не просто в каждом предложении я думаю, я считаю, я там в таком духе. Окей. Okay. I assume the school should teach. Смотрите, вот это «the» не надо «the», потому что «school» у нас тут – это как общее, собирательное, школа. Хотя, если общее, собирательное, то бывает с «the», а бывает и без «the». У меня был ученик, и мы когда-то хохотали, ему так понравилась фраза, когда говорит, так, значит, соединительное «the», вот это местоимение, или что оно там, или союз, и здесь без «the». У него потом все время, вот он по жизни шутил, когда что-то серьезное без «the», главное без «the». Вот, так что тут у нас без «the». Давайте уберем это без D.
Thus, I assume schools should teach and distinguish right and wrong. Distinguish, друзья, ну, все нормально, но ежели. Distinguish, все-таки обычно это различать, в общем, различать. Я различаю что-то. Я различаю кошечек и собачек. I distinguish between cats and dogs. А здесь она имеет в виду, что школа помогает человеку различать. Да, как там сказать это на русском языке? Может, оно и употребляется в этом значении, что я для своего ученика, вот это I distinguish for him. Но, честно говоря, что-то у меня есть сомненница. Поэтому здесь бы лучше не distinguish, а I assume school should teach and distinguish right and wrong. Ну, чтобы не рисковать, я бы and help a student distinguish between. Можно-то и без between. Лучше between right and wrong things. Right and wrong, тут вот это things, смотрите, ну не надо оно тут. Потому что right and wrong, вот здесь вот именно прилагательный, который прекрасно выполняет функцию существительного. Соответственно, вот это things можно убрать просто для сокращения, для эмфазы, то есть для усиления воздействия на психику. Distinguish right and wrong in order to prepare. Так, а у нас тут не было in order to prepare. Ой, это у нас было... А, это у нас в предыдущем уроке она писала in order to, то есть нет повторения. In order to prepare people for the future. Ну, в данном случае, если мы студенту, конечно, вот тут ставим студента, то здесь уже to prepare people не клеится, потому что, ну, имеется в виду, что школа помогает и для того, чтобы. То есть, ну, если я здесь поставил студента, здесь надо переделывать. Поэтому я понимаю, не так просто бывает переделывать чужие предложения. In order to prepare people for the future. Все нормально, готовить людей к будущему. Я имею в виду, допустим, to prepare... молодое поколение, younger generation. Ну, в принципе, а чё бы нет? Generation. Или даже generation Z. Ну, тут for the future. Просто generation круче, чем people, но не слишком наворочено, чтобы не бросаться в глаза. Ну что, друзья, мы с вами немножко вот это почитали, да? Помните, что это я умничаю, потому что у меня работа такая. Когда вы будете писать на Duolingo, то естественно, что вы будете волноваться, и вы даже и так не напишете, скорее всего, как. И тем не менее, вам могут поставить хороший балл. Это у нас какой-то идеализированный такой, идеализированный вариант разбора, что вот какой оно может быть. Это мы, повторюсь, не касаемся сейчас еще с лексики. Ведь можно что-то пытаться украшать. Помним, все гениальное просто, но не значит примитивно. Если я пишу какое-то легенькое, ненавязчивое предложение, а в нем у меня мелькает такое редковатое, именно стилистически идеальное слово, даже или лучше collocation, фраза, вот за это мне поставят максимальный балл. Потому что так выразится образованный языконоситель. Многие, особенно девочки, они страдают, у кого позволяет уровень, страдают вот этим клишейничеством, то есть... Как Wilds, это прямо какая-то беда, так сказать, у людей. Вот я не знаю, что это, откуда оно пошло, какие-то репики недалекие. Они заставляют, это уже десятилетиями, заставляют студентов зазубривать огромные какие-то скелеты, в которые, для любого эссе, типа, да, в которые впихиваются парочку слов по данному вопросу. Но ведь оно выглядит, ты читаешь, ну видно, что это бред. Я вообще удивляюсь, как им ставят еще хоть какие-то баллы за это. А ведь ставят бывает еще средний балл, какой-то там 6, там 5,5, 6,5. Там 0 надо ставить. Но человек баран. Duolingo в этом плане, он чуть жестче, чем IELTS. Он терпеть не может вот этих клише. И мне это нравится. Они даже могут вам написать, что не сертифицировать тест, что, пожалуйста, пишите из головы. Off the top of your head. Или как оно? Ad hoc. То есть по этому случаю. А не зазубренное там с Клавдией Ивановной 10 лет назад. Так, и к чему это все, господи? В общем, друзья, и письмо – это искусство. Если у вас 3 недели до теста, естественно, вы этим искусством не овладеете, так как обладаете за 10 лет. Но оно вам, скорее всего, не нужно. Вам нужно хотя бы, чтобы поменьше ошибочек было в спеллинге, естественно, чтобы не было, то есть в буквах. Потом базовая грамматика и поменьше повторений слов. В том числе повторение слов из вопроса. Это уже даст вам больше 100 баллов за письмо, это я вам обещаю. Уже дальше, кто хочет забираться по этой лесенке, там 130, 140 и так далее,
уже надо стиль. Стиль — это все. Окей, друзья, если нужна помощь, обращайтесь. Я вас люблю. Встретимся в наших следующих урочках.